Беларусь, $1000 в месяц. Россия, город Киров, 50 000 рублей. Я проживаю в Республике Беларусь, в городе Барановичи. Мой средний доход в компании Faberlic свыше $1000 в месяц. Кыргызстан, город Бишкек, доход 60 000 сомов в месяц. Я живу в Беларуси, город Жодзи, среднемесячный доход около 2000 долларов, 4000 белорусских рублей. Беларусь, город Минск, 2000 рублей в месяц. Россия, город Краснодар, 87 000 рублей в месяц. Я проживаю в Республике Беларусь, в городе Полоцке, и мой доход составляет более 3000 белорусских рублей в месяц. Регина, место Корсун Шевченковский, 15 000 гривен. Россия, город Анапа, 150 000 рублей в месяц. Я с Киргизии, город Бишкек, 63 000 сом в месяц. Ich bin aus Deutschland, ich komme in Bayern, Stadt Islandau an der Isar. Ich verdiene mit Paperclip online 1500 евро про монат. Живем мы в городе Краснодар. Наш доход составляет около 120 000 в месяц. Я из Казахстана, город Нур-Султан, ежемесячный доход 2 миллиона тенге. Я живу в Алтайском крае, город Рубцовск. Мой месячный доход в компании Faberlic составляет 27 000 рублей. Казахстан, Караганды, 200 000 тенге. Молдова, город Кишинев. Ежемесячный доход 18 000 лир. Россия, город Борисоглебск. Доход более 200 000 рублей ежемесячно. Всех понял, что Таджикистан. Россия, город Трёхгорный, 40 000 рублей в месяц. Я из Санкт-Петербурга. Мой ежемесячный доход 60 000 рублей. Таджикистан, Измитамен, Нагасарсамон. Место Днепро, Украина, 20 000 гривен. Россия, Камень-на-Оби, 50 000 рублей в месяц. Таджикистан, Мон-Кавказ, Алтай-Миксан. Я из Казахстана. Мой ежемесячный доход более 350 000 тенге. Россия, город Анапа, 30 000 рублей. Россия, город Канаш, 60 000 рублей в месяц. Мы из Таджикистана. Среднемесячная зарплата 40 000 сомов. Село Черниговка, Приморский край, Россия. Доход от 40 000 рублей в месяц. Я живу в городе Севастополь. Мой доход составляет около 50 000 рублей. Месяц. Украина, место Львов, дохід 15 000 гривен. Россия, Оренбургская область, город Бузулук, мой доход от 80 000 рублей в месяц. Украина, город Николаев, 25 000 гривен за месяц. Россия, город Пушкино, Московская область, 350 000 в месяц. Украина, город Черкасы, и это мой доход за 3 недели.